сначала почувствовал, что мне что-то по голове упало, а потом один за другим, как дождь из камней, посыпался. Но благо, что вот этот вот это камнепад, он был из камней, или лапелли называется по-научному. Это вулканический материал, который летит. Продукты. Да, продукты, да, вулканические. Но они были более-менее пористые, поэтому вроде камни были крупные, но они были достаточно легкие, и поэтому старшая группа предложил всем остановиться, потому что дальше был каньон, нам невозможно дальше было уезжать. Ну и камни летят. И мы сделали импровизированное такое убежище из двух нарт, чтобы хоть как-то защититься. Ну и переждали вот это пиковое событие. Ну, когда сидишь, не знаешь, если придет пирокластика, придет или нет. Да, дойдет она до тебя или не дойдет. То есть самое страшное в тот момент казалось, что ну, либо большие камни полетят, либо придет пирокластический поток, который ну, может нанести... Ну, что, сжигает все на своем пути просто. Ну, да, и там еще истории пошли, что не успеете от пирокластики умереть, потому что сначала придет пепел, а он вообще изнутри все выжигает. Это гораздо быстрее произойдет. Ну, уже тут какие-то там волнения, конечно, начались. Ну, жутковато. Что там, медленно, я?